НАБУ полноценно заработает в Одессе уже через два месяца. К этому времени найдут руководителя территориального управления и его зама. Об этом в ходе визита в наш город заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Напомню, ведомство вынуждено повторить конкурс из-за того, что прошлые результаты пришлось пересмотреть. Сейчас продолжается отбор на должности руководителя Одесского управления. Ми поєднуємо ці заходи з тим, щоб зараз максимально підшукати приміщення і фактично запустити. Бо детективи вже є, і нам потрібно, щоб вони вже тут працювали і мали тут офіс.